Семь иностранных строителей-нелегалов задержали в Вилючинске. Полицейские составили административные протоколы в отношении нарушителей. Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО города Вилючинск совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю, сотрудниками военной контрразведки и военнослужащими Главного управления Министерства обороны Российской Федерации выявили факт нарушения иностранными гражданами правил пребывания на территории Российской Федерации. Установлено, что в марте 2024 года неизвестный незаконно привез на территорию города Вилючинск 6 иностранных граждан в салоне автомобиля. Мужчины согласились выполнять строительные работы и проживать на территории стройки, зная, что находятся и работают в городе незаконно. За месяц осуществления трудовой деятельности задержанные 6 иностранных граждан получили заработную плату в сумме около 700 тысяч рублей. Спустя месяц к ним также незаконно привезли еще одного иностранца для выполнения строительных работ. Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО города Вилючинск составлены 6 административных протоколов по части 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении 7-го фигуранта составлено 3 административных протокола по части 1 статьи 18.8, части 1.1 статьи 18.8, части 1 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время он находится под административным арестом. Также полицейские составили в отношении 13 работников строительного объекта административные протоколы за нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании.